Сотрудники поисково-спасательной службы округа впервые приняли участие в учениях межрегионального значения. Все происходило на полях Пскова и Петербурга. Бойцы работали не только на земле, но и в воздухе на вертолете К-226. Их используют спецподразделения. Также были использованы Ми-8. В целом, как легенда, определенной не было, то есть непосредственно работа заключалась в отработке на новом виде воздушного судна, потому что данный тип воздушного судна в городе Нарьян-Маре его нет, а вообще это на нем работы выполняются у спецподразделений. Впечатление отличное, опыт огромный, то есть ребята-профессионалы, очень понравилось. На сборы окружные спасатели были приглашены после совместно проведенных учений в Нарьян-Маре. Сотрудничество между региональным ПСС и ПСС Северо-Запада продолжится и дальше.